«Автоплюс» отметил свой 15-летний юбилей. С сентября 2006 года мы произвели более 10 тысяч программ продолжительностью свыше 1000 часов, возглавили рейтинг автомобильных каналов страны и вошли в тройку лучших телеканалов для мужчин. Мы не думаем о себе, мы думаем именно о том, как сделать так, чтобы наш канал был интересный, чтобы люди получали вот всю необходимую информацию от проектов «Мегазаводы», «Топ Гир» и многие другие проекты, которые попадают к нам на канал. Это то, что заставляет телезрителя оставаться на экранах, потому что трудно сегодня бороться за зрительское внимание. Очень много каналов, очень много предложений, и нам нужно бороться с этими предложениями именно через контент. 15 лет – это срок. У нас были и взлеты, и падения. Сейчас мы находимся на взлете и постараемся этот взлет поддерживать дальше. И все это возможно благодаря, в первую очередь, вам, нашим зрителям. Спасибо огромное, что вы с нами. Вот, мы продолжим радовать вас хорошим, интересным контентом. Мне кажется, мы очень правильно оцениваем, что нужно телезрителям. Мы не просто знаем, мы этим занимаемся ежедневно. И мы поддерживаем миллиард мероприятий. Ну, миллиарды, конечно, сейчас для красного словца, потому что 15 лет можно немножко приукрасить. Но, наверное, если не быть голословной, то это порядка 250 мероприятий в год. Поздравить «Автоплюс» в ресторан «Шеф Амазония» пришли друзья, коллеги и партнеры телеканала. В их числе были и представители бренда «Blackview», которые также недавно отметили свой 10-летний юбилей. Уважаемый «Автоплюс» от компании BBC Trade и от бренда «Blackview», от всей души хотим поздравить вас и пожелать вам еще долгих-долгих лет существования и долгого развития. Любим вас и всегда будем приходить на ваши события. Спасибо. Останавливаться на достигнутом «Автоплюс» не намерен. Планов много и главный – радовать зрителя. Расширить аудиторию, быть интересными и давать первую информацию необходимую, все, что связано с автомобильной промышленностью и с поклонниками автомобилей. У нас очень много планов, но немножко пандемия подкорректировала наши планы, но мы думаем, что мы еще сможем удивить нашего телезрителя.